Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Последняя серия у нас получилось вызвать подмогу, насколько я помню, с помощью вот этого, собственно, терминала связи. Так что к нам уже кто-то летит. Скоро нас спасут. Что у нас тут такое? Сообщение отправлено. Станция связи Фобос подтвердила получение. Хорошо. Так, что же дальше? Свон, насколько я помню, был крайне этим недоволен, но да хрен бы с ним. Если появится, мы ему отстрелим голову за все, что происходит. Я совершенно не помню, честно говоря, что мы тут делаем, потому что с момента предыдущей записи прошло где-то, наверное, неделя, поэтому, ух ты, что-то такое мигает. Поэтому сейчас будем потихоньку вспоминать, что у меня из оружия есть. Из оружия у меня полнейший голяк, я смотрю. По жизни тоже 35 патронов. Так, ну мясо, насколько я помню, было знатное. Тем не менее, надо выбираться. Давайте пока, я не знаю, с этим что ли побегаем. Хорошо, еще раз сохранимся. Да пошли куда-нибудь. Так, а тут у нас автосохранение, хорошо. За дверью уже слышно какие-то там шевеления. Блин, все-таки забываешь, насколько жутко играть. И когда пишешь там, я не знаю, где-то пятую серию, уже просто привыкаешь вот к этим звукам, вот к этому ко всему, это как-то не так пробирает. Сейчас я зашел, и как-то прям по новой стало довольно-таки какабельно. Так, ну да хорошо, ладно. Как-нибудь справимся. Куда мне нужно? В ремонтную зону, что ли? Вообще, надо просто пидеей посмотреть, что именно мне нужно делать, потому что я вообще не помню, честно говоря. Ну, то есть мы связь вызвали, теперь просто нужно выжить, куда-то направиться. Или как? Ну, куда-то под землю. Ушли, по-моему, сюда мы в прошлый раз приехать не могли. Ну, слышу кого-то. Слышу импа. Слышу зомби. Поэтому давайте-ка мы сохранимся. Откроем свой КПК, пока у нас более-менее безопасность. Прочитаем сообщение. Вернуться в вестибюль и отправиться к станции монорельсы. Отлично. Это мы в вестибюле, нет? Вообще. Так, сразу двое. Отлично. Я даже как-то не очень хочу уже выходить. Так, на какой кнопке у нас стоит? Я хочу маленько позажигать. Даже. Вот так вот. Добрый день. Оп, хорошо. Правда, с нас снесли один спад жизни, поэтому... Ну ладно. Типа. Подходи ко мне. Козлина. Оп, кончился. Я, честно говоря, соскучился по бензопиле. Это, по-моему, шикарно. Так, ну мне нужны жизни. По-любому. Ой, твою. Да, 10%. Это будет интересно. Так, хорошо. Что же мне противопоставить такой сволочи, как ты? Я думаю, мы тебя сейчас пожжем маленько. 10%? Ну ладно, окей. Да. Да что ж ты... Что ж ты будешь делать? Не, ребят, у меня 7%, это, по-моему, не очень хорошо. Что же, где же мне подлечиться? Ни одна аптечка на такое расстояние, по-моему, плохо. Отлично. Так. Я слышу, что кто-то дышит за углом. Супер. Нравится. Скотина. Так, ну и вроде спокойно более-менее. Давай. Ой, ой. Да, уйди ты. Ну, навык не растерял, по крайней мере. Растерял кирпичей, но не навык. Так. Все, теперь можно воевать. Теперь у нас 100%. Хорошо. Что еще нам тут можно взять? Придется, похоже, взять в руки старый добрый шотган, который в этой игре является просто куском металла, бесполезным. И проще им забивать прикладом людей, чем стрелять.
Ну, ничего не поделать. Так, открывайся. Он видит, нет вообще? Да, вроде и. Шо? Так, и мы едем в гараж, что ли? Потому что тут мы не были, а в центр связи нам, по идее, не сильно-то и нужно сейчас, да? Так, фойе. Это... Ай, да не закрывайся ты. Это машина Свона. Не уверен, что нам дадут на ней поездить, поэтому... Давайте просто пойдем, посмотрим на нее. Оголенные провода. Ощущение, что я, честно говоря, не сильно помню, был я тут, нет вообще. Вот поэтому у меня какие-то воспоминания, что... Так, ладно. Добрый день. Идиот. Откуда вы беретесь такие лоботомированные? Так, ну хорошо. Видимо, не был все-таки. Или бабайка пришел уже после меня. Сюда мы по-любому не выйдем, поэтому нам придется в этот вентиляционный лаз, или вон туда идти, или... Короче, куда-то сюда. Он, походу, знаете, что он ждал, что я пойду вот отсюда вот так вот? Нет. Он не этого ждал. Он ждал, что я спрыгну, и он меня испугает. А в итоге я его еще больше напугал. Оп. Так, подожди. Оп, не вышел. Да, и сейчас мы с ним встретились. Хорошо, ну и что дальше? Есть ощущение, что нам не сюда все-таки нужно идти. Сейчас поедем обратно на лифте. Потому что пути какого-то я не вижу. Тут все закрыто. Машинка не фурычит. Шлюз просто в минуса. Поехали в центр связи, а наверх. Ну ладно. Хорошо, так, ну сюда. Мне кажется, мы сейчас окажемся в вестибюле, в котором мы там все перевернуто было вверх дном. Это оно? Или это оно? Что-то как-то я даже заблудился слегка. Там я вижу броню. Давайте смотреть. Блядь. Тахамуха. Хорошо. Это просто дверь, оказывается, открылась с таким звуком. Ладно. Хорошо, все, пошли дальше. В принципе, нам тут ничего не нужно. Так, чем мы ходим вообще? Ой, я заблудился. Давай покажись. Ну как я заблудился? Я интересно заблудился. Постоянно какая-то хрень происходит. Лезут какие-то бабайки. Поэтому, в принципе, грех жаловаться. Вот эта дверь у нас не открывалась. А, вот, монолитик же. Точно. Это то, что нам нужно. Монорельс, я думаю, будет интересно. Кстати говоря, когда я говорил, что мы, похоже, уже около финала игры, я глубоко ошибался. Потому что мы, судя по всему, даже до середины еще не добрались. Ну, это я по комментариям почитал. Просто было ощущение, что скоро все закончится. Ой, твою мать. Не, я все понимаю, но... Так, мне нужно... Я сейчас задохнусь, к чертовой матери. Вот так. Где у нас баллоны с газом? Давай как-нибудь, я не знаю. Хорошо. Как-то так.
Блин, вот найдись уже какое-нибудь оружие. Так. Короче, это боевик, только это боевик. Больше у нас ничего не дает взять. Фух. А что-то я испугался, когда этот мост сжало. Ну ладно. Живо-здорово. Остальная ерунда. Да, надо сказать, было страшновато. Ну, дорога к монорельсу, я могу сказать, что просто стоящий топ, потому что это же вообще просто капец какой-то, ну. Так, ребята. Нас там ждут. И не просто ждут, ой. Так. Ну, ладно, укусил. В принципе, с таким оружием мы довольно плохо сейчас справились. О, братья не висит. Как тут уютно, да? Можно остаться жить. Ой, 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 только не ты. Только не ты. Вниз. Место просто, я не знаю, какой-то курорт. Настолько все круто, вот, труп писит. Пар пробивается. Кишки на стенах. Ну что еще может? О, так, подожди, что? Казалось бы, куда лучше. Ой, ну откуда, откуда ты взялся? Я слышал просто у него вот такой характерный звук, как будто, я не знаю, там, берут крачок и им с размаху бьют стену. Вот такой вот звук. По этому звуку я уже замечаю, что за мной что-то скачет. Я попытался представить этот звук, просто мне что-то ржать. Ладно, избавим его от мучений практически, распылив. Так, сохраняемся. Ох ты, ёкарный бабай. Скелет, помню тебя, помню. В оригинальной игре ты был тем еще геморроем. Ну, что я могу сказать? Я застрял, кстати говоря. У него сам наводящийся ракета. Да как ты насквозь-то? По-моему, ему понравилось. То есть, каким бы ты ни был крутым, а заряд тратил и кого угодно, да, положит. Так что, до свидания. Было приятно. Вообще, у меня столько этих гранат, что можно только с ними ходить. Единственное, что в закрытых помещениях, это, конечно, просто полный будет лес. Но еще и этот... То есть себя подзорвать можно. Да и на дальнее расстояние не слишком кинешь. Еще один, смотри. С мягким знаком. Тихо. Недалеко летит. Нужно ее сюда маленько. Тихо. Готов. Наверху я слышу, если только скелеты не издают звук, похожий на звук импов, то где-то надо мной прям имп. А имп это, на минуточку напомню, моя нелюбимая тварь в этой игре. Это прыгучий, стреляющий фаерболами, ублюдки. Мне кажется, умер уже. Ой, подожди. Так, ну-ка, я могу тут подняться к этой штуке? Нет вообще? Да? По-моему, он должен умереть, нет? А, хорошо. Получай, скотина. Наконец-то патроны. Блин, это просто праздник какой-то.
Фу, плазма. Тихо.